В Южно-Казахстанской области в полтора раза возросли объемы сданного в эксплуатацию жилья. Резкий скачок произошел прежде всего благодаря программе «Нурлы жол», говорят специалисты. Качество реализации госпрограмм в регионе проверил первый заместитель председателя партии «Нур-Отан» Мухтар Кулмухамед. С подробностями Катерина Попкова. Эти новые квадратные метры уже ждут своих счастливых хозяев. В регионе в этом году сдают в эксплуатацию больше 1000 квартир. Вот самый быстро растущий микрорайон. А так он выглядел 8 лет назад. Его основал сам президент. Местным строителям Мухтар Кулмухамед сообщил хорошую новость. В стране запускают новую госпрограмму «Нурлы жер». Темпы строительства возрастут еще больше. Шум техники не затихает, и на этом объекте идет строительство новой школы на 1200 мест. Существующая уже давно перегружена, и дети учатся в три смены. Благодаря программе «Нурлы жол» застраивается вот наша школа. Надеюсь, что 1 сентября 2017 года мы войдем в эту прекрасную, светлую, большую школу. Спасибо президенту, что он начал эту программу. Господдержкой пользуются и местные аграрии. Это самый большой передовой тепличный комплекс страны. В него вложили свыше 2,5 миллиардов тенге. Теперь здесь выращивают огурцы и помидоры по голландской технологии. Глава государства постоянно обращает внимание руководителей регионов на развитие малого и среднего бизнеса. И довести его объем в объеме нашей экономики до 50%. Это очень первостепенная задача. Для этого выделяются из разных государственных программ многомиллиардные поддержки. Сейчас в регионе насчитывается больше 300 тысяч предпринимателей. Этот завод по выпуску стеклянной тары партийцам показали как один из образцовых. Ежедневно отсюда уезжают десятки груженных фур. Этот товар ждут покупатели. Стеклотару на этом производстве выпускают из местного кварцевого песка. Часть компонентов пока привозят из России. Заводчане уже научились делать продукцию любой геометрической формы и цвета. О приоритетных направлениях развития республики Мухтар Кулмухамед говорил также во время встречи с областным активом. Здесь же был избран новый председатель областного филиала партии. Им стал аким региона Жанси Туймибаев. Катерина Попкова, Ербулат Абишев, Нурмахан Бекмуратов, Южно-Казахстанская область, Хабар-24.